два, это был Эрис. Вот что он о себе пишет. Только слушайте внимательно. Родился в городе Таллин, где живу по сей день. Рэпом увлекался еще с детства, но начал записывать рифмованные строки примерно 2 года назад. И только год назад почувствовал, что у меня это хорошо получается. Только недавно записал свой 2-й трек. Впервые выступал с моим творчеством перед публикой 2 месяца назад в школе, где я одержал победу. Молодец, с этим мы тебя поздравляем. Кстати, готовится команда 420, а теперь мнение жюри. На самом деле сложновато было слушать. Видно, что не хватает опыта. Вопрос к тебе по поводу руки не надо мочить. Что это значит? Это так, для рифм было. Вот за это большой минус. Вот я это понимаю, блин. Старайся подольше сидеть над текстом и вкладывать какой-то смысл, а не просто подбирать слова, типа «свинцами стреляли» там. Еще были такие фразы, которые не звучат по-русскому вообще никак. Вот за это минус. В остальном, надо практику, надо стараться. Молодец. Спасибо, Костя, Кирилл. Для начинающего неплохо. По поводу рифм не могу пока ничего сказать. Единственное, что мне показалось, что, по-моему, ты писал текст под другую музыку, не под эту. Ну, лично мне так показалось. Ну, как-то отдельно текст, правильный посыл, да, а с музыкой как-то немножечко... И вот эти теги еще, которые там на бите, они вообще, конечно, ну, жестко. А по другую музыку, я думаю, гораздо лучше было бы. Тот же самый текст, также, в принципе. Понимаешь, нет? Ты что теряешься? Да, ну, просто расслабься. Все свои. Спасибо, Кирилл. Дым, бас. Мое мнение такое, что первая мысль, когда я услышал, у меня была Шахим, то есть... Понимаешь, да? Ну, если ты знаешь, Шахим такой молодой участник в свое время был, Утанга. В общем и целом, мне понравилось очень в плане бита. Я не знаю, ну, ты сам делаешь биты или тебе кто-то делает, не важно. В общем и целом, это кайфовый уличный хоп. Да, текст может быть там, ну, где-то руки намочить там. Я лично понял так, что, чтобы не завалить. То есть, ты можешь получить пример, главное никого не завалить. Вот. И это правильно. Никого не надо. В общем и целом, мне понравилось, потому что это кайфовый, грязный, уличный рэп. Вот. Спасибо. Спасибо. Опять же, многие все уже сказали, на ошибки указали. Да, относись к своему творчеству не как к рифмоплетству, а именно как к какой-то серьезной подаче. И тогда сразу все изменится. Спасибо.